Держите двумя руками за дерево. Все, и ко мне сюда даже. Держитесь. Ну ты да, погибли. Отсюда.
Вот такой водопад. Очень крутой. Такая скальная порода, лего напоминает, железную руду содержит, оксид железа. Вот полно такой руды, в частности, вот валяется. Из этой руды когда-то здесь люди изготавливали железо. Ну, кругом вот эту руду можно встретить. И вот интересное, вот такое шахматно в порядке выбросы геологические. Вот такие скалы нависают. Здесь уже спелая, чуть выше, чуть ниже еще нет. Ой, смотри, как здесь прям уже смотри, вот в тени вроде. Идет. Вот заброшенная штольня, где задобывали руду. Ого! Айда! Ну, у меня этот... И тупик. Вот забойные шурфы. Внизу вода. Ранней весной тут, наверное, вообще воды много. Ну, небольшая такая штольня, не глубокая. Выработку делать было, видимо, легко, потому что слоями все идет. Иду! Вот. Можно обратить внимание, как шатаются камушки. Вот.
Лего, Тетрис, горный. Офигеть. Реально Тетрис. Вот кругом здесь выходы железной руды. Вот в чистом виде железная руда, из которой делали железо потом. Вот можно наблюдать. Оксид железа. А вот здесь поливочный акведук начинается. Забор воды для полива нижележащих угодий сельскохозяйственных. Лен, пойдем? Ну, пойдем, уже равно. Пижмовое поле. Прикольно, да? Да. Вонь, правда, стоит, как кафу от моли. Зато паразитов не будет никаких. Ну, не важно это. Давай, раз, два, три. Вот такая пижма. Вот тот акведук, где я показывал, забор воды был, начинался. Вот здесь уже она идет на полив. Оттуда вверх по течению произошел забор воды из Саи. И теперь этой водой поливают сельскохозяйственные угодья. Поля, вон, как видите, то поля стоят, там какой-то огород огорожен. Интересный ландшафт тоже такой, песочно-каменный, необычный. На всем протяжении он длится. И тени. Классный песок, вообще необычный. Намыло его сколько. Это вот до такого уровня поднимается Сай в период разлива в половодье. Можно видеть это, насколько уровень воды в Саи повышается. Это, оказывается, селеобразного происхождения такой ландшафт. Какие валуны тут принесло, блин, селе. Уму непостижимо. Вот такой расколотый даже есть валун один. Посмотри, какая сила, мощь. Да, он на той стороне какие валуны, блин, притащило. Сели. Да.